Так, всех приветствую. Сегодня у нас распаковка аккумулятора, внешней аккумуляторной батареи, которая называется универсальная мобильная батарея ProMate Crown 10QC 1000 мАч черного цвета. Стоит на сегодняшний день, а сегодня у нас 16 мая, день украинской вышиванки, 899 гривен. Вообще на сайте она была 999, а типа скидочка 899. Гарантийный талон 24 месяца, то есть 2 года гарантия. Что мы здесь видим? Значит, описание. 10 мАч, литий полимер, пауэрбанк с системой или способностью Quick Charge, быстрой зарядки 3.0. И 18-ваттный, получается, нам этот пауэрбанк, по идее, должен быть способным к заряжанию даже ноутбуков. Вот, кстати говоря, здесь и на картинке мы видим. Ноутбук, MacBook старый, Apple, iPhone, я так понимаю, и вот оно все заряжает. Не знаю, посмотрим, как будет. В данном случае моя цель — это просто распаковка и демонстрация этой вещи. Здесь больше ничего нет. Под низом коробочки мы находим макулатурку Innovation and Excellence. И здесь показано, как все работает. Кому оно не интересно, в данном здесь лежит дополнительно кабель, шнурочек microUSB, так как в нем он не предусмотрен в данном случае, не предусмотрен как дополнительная функция, так как вот здесь вот мы видим с вами предусмотрено USB Type-C и также предусмотрено Lightning для зарядки айфонов и айпэдов. Вот. Поэтому он отдельно идет. И, конечно же, что я вам скажу. Для 10 миллиамперной зарядки, для 10, он очень маленький. Вот посмотрите, рука моя. Ну, у меня рука не маленькая, конечно. Я бы не сказал, что маленькая. Но, тем не менее, посмотрите, какой тоненький. И какой, в принципе, очень легкий. Я не знаю, в действительности ли здесь десятка. Посмотрим. Но отзывы тех покупателей, которые уже купили, которые пользовались этой вещью, очень оставляют хорошее впечатление. Значит, с этой стороны для USB выхода, я так понимаю, на microUSB. Затем вход для зарядки microUSB и USB Type-C. Я так понимаю, тоже можно заряжать эту вещь. С этой стороны просто кнопка, при нажатии которой появляются, загораются светодиоды для информации, информирования о емкости, то есть о полной или неполной зарядке. И как я уже показал, по бокам есть вот такие шнуры, что очень облегчает жизнь, если вы не хотите носить дополнительные шнуры. Моя жена будет очень довольна этому, потому что у нее постоянно в сумке теряются все шнуры. Все, в принципе, это распаковка товара. Пожалуйста, всем хорошего дня.